С вами Борис Тенцер, в эфире программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Сегодня у нас с вами есть возможность познакомиться с человеком, который настолько вот, вы знаете, есть такие камни, которые надо обязательно подвергнуть огранению, да, как правильно сказать, выделить огранки, мне подсказывает из студии. Ну, неважно. Главное, что когда человек растет, развивается, учится, он каждый раз свою грань какую-то оттачивает, приводит ее в более такой, знаете, приятное, прекрасный вид. Так вот, человек, который сегодня у нас, это человек, который уже, как мне кажется, огранил свой камень, многие плоскости привел в такую, знаете, красивую творческое состояние. Почему? Ну, во-первых, потому что наш гость, мой гость сегодня, это Хельга Ольшванг Ландауэр. Она кинематографист, она сценарист, она режиссер, она мама. У нее 4 детей. Это тоже не каждый день встречается. Она поэт. У нее интересные, иногда замысловатые, но интересные, достойные внимания стихи. Она полна планов и, естественно, себя гранить свой камень дальше она намерена многими своими произведениями, потому что сейчас практически она снимает документальное кино, а впереди у нее планы делать художественное кино. И вот мы ее как раз застали в такой момент переходной, скажем так, когда она себя начинает видеть в новой ипостаси. Ну, в любом случае, я думаю, что вы получите приятное время и знакомство с приятным человеком, которого зовут Хельга Ольшванг Ландауэр. Хельга, приветствую. Добрый день. Ну, я только так схематично, видите, обрисовал. Теперь нам надо будет с вами разобраться, что стоит за каждой этой гранью. Потому что действительно человек, ну, говорят, многогранен. Вы многогранный человек, как вы считаете? Не знаю, себе так невозможно сказать. Я поэт, зовусь я Цветик. Да? Ну, как-то есть какие-то вещи, которые о себе говорить странно, но просто для меня то, чем я занимаюсь, это или стихи, или слова, или пленка, или кино. Для меня это какой-то способ думать о вещах, которые мне интересны. Давайте вспомним немножко былое. Думаю, потом будет. Вначале былое. Ваша юность, она прошла в детство, юность прошли в Москве, да, в России. Вы всегда думали и мечтали быть творцом, скажем так, поэзия. Когда вы впервые написали стихи? Когда вы впервые задумались о том, чтобы написать сценарий? Вы ведь поступали в ВГИК на сценарный факультет, да? Да. То есть вы сценарист. Угу. Хотя сейчас вы снимаете и как режиссер, и продюсер, но вы как бы образование получали как сценарист. Когда впервые к вам пришло вот это ощущение, что вы можете писать стихи, и это будет кому-то интересно, что вы можете снимать, предлагать сценарий, и это опять же будет замечено? Ну, стихи я стала писать вообще столько, сколько я себя помню, фактически с 3 лет, по-моему, но... А со сценариями мои родители кинематографисты, мой отец uh-huh. оператор, мама режиссер и искусствовед и писатель. И мне как-то очень повезло, потому что с детства меня отец очень часто брал с собой в командировки. Я фактически объездила весь Советский оператор. Союз. Он, да? С камерой, а тогда, да, еще камеры были «Будь здоров». Да-да. Ну, вот, что, вы помогали нести ему батареи? Нет, он просто брал меня с собой, и во многие поездки мне удалось посмотреть очень много мест и республик, и городов, и каких-то поселков, и совершенно невероятно интересно. То есть было как бы само собой разумеется, что кинематограф – это часть вашей жизни? И вы, да, то есть я с детства, у меня была возможность наблюдать за тем, как снимается документальное кино, и видеть людей, которые... Мне было это очень интересно. Итак, был ВГИК. Был, да, ВГИК, был сценарный факультет. И в каком году вы приехали в Америку? В 96-м. Какова причина вашей эмиграции?
Насколько я понимаю, мы еще поговорим. Вот Хельга – это явно не еврейское имя, скажем так, и не русское. Какова ваша причина приезда? Ведь это не еврейская эмиграция. Ну, знаете, я познакомилась с вами. Мой муж американец. Я познакомилась с ним еще в ту пору, когда я жила в Москве. И, честно сказать, в тот период времени мне совершенно не хотелось уезжать из России. Вы так сказали, в тот период времени. А если бы сегодня вы уезжали, вы бы уехали? Да. Хорошо, продолжаем. Итак, вы не хотели уехать. Да, для меня это было какое-то очень интересное время. И я тогда немного работала на телевидении и принимала участие в съемках программы. Встречалась с очень многими людьми. Вы уже закончили? Да, у меня вышла первая книга. Стихов? Да. И, по правде сказать, мне не очень... мне не очень хотелось менять страну, но мы как-то решили, что если мы хотим быть вместе, то мне было бы проще с моей профессией как-то работать в другом месте, чем моему мужу. Что все это как бы оказалось не... на уровне ожидаемого. Если в семье четверо детей, два мальчика, две девочки, да? Да. То, ну, в таких случаях говорят, хорошая семья, она состоялась. Так что все нормально. Хотя это особая тема, которую я бы хотел как-нибудь совершенно пригласил женщин, которые вышли замуж за американцев. Есть, наверняка, мне рассказывали, есть какие-то определенные особенности вот такой жизни с смешанной семьи, разной культурой. Но у вас самой коктейль «Будь здоров». Хельга, это что? Это шведская? Да, это шведское имя. Шведское имя. Это кто у вас по линии из шведов? Это бабушка моя, по линии отца. По линии отца. Дальше, какие еще национальности присутствуют в вашем коктейле? Ну, евреи, шведы, украинцы, поляки. По крайней мере... Тогда мне остается только спросить вас, а кто вы? Как вы себя идентифицируете? Я не знаю, я себя идентифицирую человеком, который пишет на русском языке, говорит на английском, на французском и на русском. И я считаю себя русским поэтом. И, Иммиграция? Ну можете да. Можете сказать, что вы иммигрантка? Вы чувствуете себя иммигранткой? Или врастание вот в американскую семью, ну... американский муж, американская какая-то среда определенная, наверное, его друзья и так далее, наложили отпечаток, что вы как бы быстрее, лучше, может быть, органичнее вошли в американскую жизнь, чем люди, которые приехали и вообще не знали, кого остановить и задать вопрос. Так вот, вы чувствуете себя иммигранткой? Я не чувствую себя иммигранткой. Мне сложно вообще себя каким-то образом так идентифицировать. И мне как-то очень... посчастливилось, что те сложности и проблемы, связанные с эмиграцией, через которые прошли очень многие люди, которые хотели уехать, уехали, приняли это решение поменять страну и прошли через очень многое для того, чтобы как-то здесь обосноваться и привыкнуть и найти себя. Меня как-то миновало это... У меня как-то было по-другому. То есть я приехала сюда, в общем, ну, потому что мы хотели быть вместе с моим мужем, но у меня не было цели эмигрировать. Поэтому внутренне вы себя чувствуете как бы россиянкой тоже. Одновременно американка, россиянка. Можно так сказать? Русская американка, американская русская или как-нибудь? Вы знаете, я разделяю государство и культуру. Я очень связана с русской культурой, я очень связана с русским языком, и я очень связана с какими-то людьми и местами, которых Вы часто ездите в Москву? Да, я езжу каждый год, но я очень разделяю государство, да, и какие-то легитимные бумаги с этим связанные, да, как бы гражданство и так далее, с тем, что означает быть... считать себя, например, поэтом, пишущим по-русски, да, или кинематографистом, который работает... А дети ваши, они знают русский язык? Да, они знают. А они как себя, как бы, позиционируют?
они американцы-американцы, или они иногда могут сказать, что да, я тоже вот русский или там еще. Ну, это у них надо спросить, как они себя ощущают, но, наверное, они все очень разные, по-разному, наверное, они как-то себя идентифицируют. А каково вам, вот когда бывают какие-то торжества, какие-нибудь праздники, вы собираетесь, вот компания ваша, вот ваша семья с кем-то собирается, еще кто-то приезжает, это большинство американцев или большинство русские? Ну, поскольку мой муж американец, то я подружилась с очень многими людьми, которых знает он, и которые стали моими друзьями. Поэтому и он считает себя другом каких-то людей, которые связаны со мной. Могли бы вы сказать, где вам, ну, как бы свободнее себя вы чувствуете, когда собирается тусовка русскоязычная или вот американская, англоязычная? Знаете, я вообще очень плохо... Для меня проще всего общаться с человеком один на один. Или хотя бы, когда еще там два человека, втроем. Да? Вот для меня вот это какое-то групповое общение, оно мне сложно дается. И я не могу сказать, что себя очень хорошо чувствую, потому что оно переходит в какое-то общее поле. Неважно, русское это собрание или американское, да, когда, в общем, как-то нивелируются какие-то темы разговора, которые могли быть интересными и действительно важными. А вот один на один, вы говорите, или там 2-3 человека. Кто более откровенен, кто более готов открываться, раскрываться? Люди, говорящие на русском языке, выходцы из Российской империи или с американской? Знаете, я очень... Так? Нет, я очень не люблю классифицировать людей, тем более по каким-то психологическим... Смотрите, у вас фильмы, я посмотрел ваши фильмы. Мы сейчас как раз к ним переходим, к вашей творчеству, вашей работе. Эти фильмы действительно отражают вас, желающие говорить как бы на один на один. Вы говорите один на один о Шостаковиче и с Шостаковичем, потому что каждый фильм, который создает, в моем представлении, это фильм попытка поговорить с человеком, о котором вы рассказываете. Вы как бы о нем рассказываете, и с другой стороны, вы, наверное, ведете с ним определенный диалог. Это так или нет? Вы пытаетесь как-то с этим человеком найти общий язык, о котором вы рассказываете, которого даже нет уже сегодня в живых. Вот Анна Ахматова, фильм, двухсерийный фильм, там у вас есть как бы главный ведущий, это секретарь Анны Ахматовой. Но с другой стороны, это же ваш фильм. Вот вы пытаетесь как бы со своими героями фильма в какой-то степени посредством фильма какие-то вопросы обсудить, для себя что-то решить, принять какое-то свое, может быть, решение. Ведь в конечном итоге фильм почему-то этот делается, а не другой. Об этом человеке, а не о третьем. Ну, это очень хороший вопрос. Но это происходит по-разному. Вот, например, в фильме об Ахматовой, о котором вы вспомнили. Кстати, Анатолий Найман, считает себя секретарем Ахматова, он был ее другом и человеком. Он там говорит в фильме, что он помощник, что ли? Да, он что исполнял, он да, не да, 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 он говорил, да. что он исполнял обязанности литературного секретаря. Да. Ну, в общем, он в этом фильме он как выступает как скорее ее друг и человек, который был с ней связан и много общался в последние годы, поэтому я выбрала его для роли рассказчика. Дело в том, что вы говорите о диалоге. Фильм называется... Фильм о Анне Ахматовой. Фильм о Анне Ахматовой. Это мы, во-первых, даем такое название, чтобы, если кто-либо из наших телезрителей пожелает увидеть, потому что мы решили вот как бы какими-то кусочками, не совсем это передало бы ту какую-то сердцевину этого фильма. Поэтому мы немного будем говорить, но отсылать наших телезрителей, запомните, пожалуйста, фильм
о Анне Ахматовой. Если вы наберете в гугле, вы найдете этот фильм, это две серии по 50 минут, и будете иметь свое представление. А вот кто режиссер и автор сценария, это Хельга. Хельга Вершванг-Ландауэр. Да. В этом фильме мне было очень интересно рассказать не только об Ахматовой, но и о какой-то эпохе, с которой ее жизнь очень сильно была связана. И Ахматова для меня, я как-то мыслила ее как античный персонаж античной трагедии, поэтому весь фильм построен как античная трагедия. В этом фильме есть хор, есть рассказчик, и он же, кстати, автор, соавтор этого фильма. Есть герой, есть хор. То есть точно так же, как строится античная пьеса. Мне, собственно, этот фильм был о времени, как и фильм Шостаковича. Во многом это для меня попытка осмыслить время через историю и жизнь, и события, связанные с этим человеком. Фильм о Владимире Гандельсмане «Аркадия», он, наверное, больше годится под определение диалога, потому что это человек, с которым я непосредственно разговаривала, беседовала, и стихи которого написаны сейчас, в этот период времени. У меня тогда такой вопрос. Во-первых, мы просто давайте скажем, что у вас есть фильм о Шостаковиче, это путешествие, как называется фильм правильно? «Путешествие Дмитрия Шостаковича». «Путешествие Дмитрия Шостаковича». Это фильм об Анне Ахматовой. Это фильм «Аркадия». Это фильм-диалог, о котором вы сказали, о Владимире Гандельсмане. И вообще все, что связано с Хельгой Вершванг-Ландауэр, можно посмотреть на вашем сайте. Ольга, скажите, пожалуйста, ваш сайт правильно. HelgaOlschwang.com. HelgaOlschwang.com. Скажите, пожалуйста, ну вот есть еще там работы, но давайте мы хотя бы от этих пока оттолкнемся. Каждая из этих работ — это конкретная личность. Во-первых, это все личности, связанные с Россией. Это ни одной нет личности, связанной с страной, в которой вы живете 20 лет. Во-вторых, это личности, ну, скажем так, известные. Какой у вас принцип отбора человека или идеи фильма? Почему вы останавливаетесь на этих людях? Почему вы не делаете фильм о ком-нибудь другом? Почему эти фамилии, эти личности присутствуют на экране в ваших фильмах? Вы знаете, я не отбираю людей. У меня нет какого-то отбора человека или выбора героя. Меня интересуют какие-то темы, которые, как мне кажется, в какой-то момент очень ярко проявляются в судьбе или в истории того или иного человека. То есть посредством человека вы хотите показать время? Я хочу показать время и вещи, которые меня в этом времени лишают покоя. Вот, например, фильм «Аркадия» был снят в основном 14 лет назад. Да, в 2001 году с Владимиром Гандельсманом. И когда этот фильм был снят, то я посмотрела материал, я была не готова делать этот фильм. Вы как-то приехали, почему-то к нему приехали, а не ко мне, а не к какому-нибудь другому поэту? Мне кажется, что это очень значительный поэт, такое явление русской поэзии. То есть вам это нравились эти стихи, и вы как бы хотели больше было, познакомиться с этим? Да, мне было глубоко интересно все, что связано с Гандельсманом. И я сняла большую часть материала в 2001 году. Но когда я посмотрела этот материал, я поняла, что я не готова себе представить этот фильм. Мне не хотелось делать фильм-портрет. У меня не было какой-то смыслообразующей темы, да, вокруг которой этот фильм происходил. Ну, давайте все-таки посмотрим. У нас есть пару минут, там, начало этого фильма «Аркадия». Называется «Аркадия». Это фильм о Владимире Гандельсмане, поэте, который проживает в Нью-Йорке. Квинси, да? Он в Квинси живет? Нет, он живет. Он сейчас в Верхнем Манхэттене? Он живет в Нью-Джерси. А, уже в Нью-Джерси. В Форт Ли где-то там, да.
Вот сейчас нам подготовят, и мы с удовольствием... Да, давайте посмотрим фрагмент начала. Буквально начало. Интересно, что вы начинаете с центрального вокзала Нью-Йорка. Да. То есть... Просто я хочу, чтобы эту вот атмосферу, вы создаете атмосферу, людей приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Это специально, да? Это как да, бы ваша это идея. Фильм во многом о бытии, о такой идее собирательного райского места. И, собственно, как бы я этот фильм... Аркадия – это рай, да? Конечно, да. Это на каком языке это рай? Древнегреческий или какой-то? Ну, это... восхождение греческое, латинское, тематическое. Но просто именно когда была написана книга «Аркадия», и когда Гандасман выпустил «Аркадия» книгу, это, в общем, тогда я, знаете, да, тогда я поняла, что об этом мне хочется сделать фильм. Мне хочется сделать фильм о райском месте, о рае. Общем, в скобках да. Нью-Йорк. Да, ну, Нью-Йорк в данном случае это такой собирательный, аллегорический образ. Вот когда он сказал, что в своем интервью, что он написал книгу, в которой ни разу не встречается слово «смерть», и назвал ее «Аркадия», вот тут-то я поняла, о чем будет фильм. И я его спустя 14 лет закончила. Хорошо. Ну, как бы мы, вот, как бы вокзал, Нью-Йорк, рай, мы все поняли. Спасибо. Такой фрагмент небольшой. С чего начинается фильм? Просто это интересно. Интересно, что... Вот, вы философ? Как вы себя считаете? Ой, нет, конечно, вы любите нет. философствовать? Ну, смотрите, у меня уже начинает складываться определенный портрет от человека, который сегодня мой гость. Вы любите общение с людьми такое камерное, не да. более одного-двух, больше не надо. Вы начинаете фильм вот с такой, с одной из самых суетных мест на Земле и в Нью-Йорке. То есть вот в этой суете живет поэт. И который называет, и эту суету все это называют Аркадия, рай. Угу. То есть тут как бы такое философское напластование. Скажите, пожалуйста, ну вот это мы говорим об Владимире Гандельсмане, иммигранте, и мы еще к этому вернемся. А вот что касается Ахматовой и Шостаковича, меня немножко, я понимаю, что вы эпоху как бы брали, но когда я смотрел ваши фильмы, я начал просто посмотрел, а много ли фильмов вообще об Ахматовой? И Шостаковича, естественно. Масса, огромная масса. Я подумал, человек берется за тему Анна Ахматова, Шостакович, о котором уже столько сказано. Должен ли режиссер, сценарист понимать, что ему предстоит сказать что-то новое, иначе зачем он тогда это делает? Конечно, поэтому я... А что вы новое сказали об Ахматовой? Вы знаете, мне кажется, что это трудно определить мне, да, и сказать, что я нового сказала об Ахматовой. Да? Мне хотелось снять фильм о том, о чем еще никто не снимал и не говорил об Ахматовой, как об античном персонаже. И если это получилось, то об этом судить не мне. Но фильм я как раз хотела сделать на тему того, о чем фильмов не было. Фильм смотрят, фильм интересует, люди интересуются им, и он как бы имеет своего зрителя, экран. Премьера этого фильма была в Барышниковском центре в Нью-Йорке, когда он вышел. Фильм несколько раз показывался по каналу «Культура» и в России. У него есть американские дистрибьюторы, он продается в Америке, и его показывали в Израиле, в Швеции, понятно, во Франции. То есть он нашел своего зрителя. Это... Да, у него значит, у вас есть для документального фильма, я считаю, хорошая судьба, да. Понятно. Я бы хотел, чтобы вы вот на этой волне немножко. Какое-нибудь стихотворение вы готовы на память? Помните, или я могу прочитать?
Но не на память. Не на память. Или вы хотите что-нибудь прочитать из своего на память? Как вам удобно? Ну, я, да, как-то не была готова к тому, чтобы на память. Вы знаете, у меня сейчас вышла такая, выходит, вернее, она еще не вышла, она готовится выйти, книга японских стихов. Это короткие... Вы же не знаете японского. Они японские по форме, они написаны на русском языке, переведены на английский. И я прочту маленькое стихотворение из этой книги «Свёртки». Вот в стиле хайку, такое японское стихотворение. Кое-как по квадратам уложен дождь, словно сено охапки. Торопились всю ночь, торопились поспеть до утра. А вот я прочитал такое стихотворение у вас. Вот что. «Бывшие вещи мои закатились, пропали по швам. Раскололись на свет и шумы по рукам. Разошлись по шкафам, истлевает вдали. Залегает в песке непорочные платья мои». И так далее. Мне это показалось очень интересно. Это опять же такое, знаете, постоянная мысль о жизни. Так вот, я хочу вернуться сейчас к фильму о Владимире Гандельсмане. Вы сделали фильм о поэте «Эмигранте». Это первый ваш фильм об эмиграции, да? То есть вы впервые подступаете к этой теме? Ну, мне не кажется, что это фильм об эмиграции. Я бы его так не определила. Смотрите, вы же сами сказали, не мне судить. Значит, мне судить, нашим зрителям судить. Хорошо, можете характеризовать, как вам удобно. Но, по крайней мере, герой – человек, прошедший через иммиграционные процессы. Да, и он говорит об этом, да. Да. Это впервые вы коснулись этой темы? Мне кажется, что да. Хотя, мне кажется, что и в фильме «Шостакович», в котором он... задумывает оперу «Черный монах», да, о странствующем, и о страннике, и вообще о существовании и перемещении человека в пространстве. Мне кажется, эта тема была в фильме о Шостаковиче, но в таком более метафорическом смысле. Да, ну, фильм, в смысле, идея «Странствующие люди» это вечная. Конечно, да. Там, с древних времен. Так вот, вы себя каким-то образом видите в перспективе человеком, который эту тему, эту идею, это смещение пластов жизни человека, иммиграция, что это будет присутствовать в вашем творчестве? Это вам интересно? Знаете, вот вы сказали слово смещение, да, совмещение. Смещение пластов. Да. Вот было. Вот для меня это очень важное какое-то сейчас слово и очень важная тема, потому что мне кажется, что, во всяком случае, я не воспринимаю время как нарратив, как какую-то развивающуюся историю, да, когда сначала была Россия, потом наступает, например, Америка, да, вот до иммиграции, после иммиграции, вот это все. А как вы рассматриваете время? Мне кажется, как Эйнштейн, времени нету? Ну нет, оно, конечно, есть, но у него есть разные какие-то, в том числе и пространственные формы. И для меня вот слово «совмещение» в этом смысле очень важное, потому что я очень, например, много лет коллекционирую стереоскопические карточки. И, тематика какая-то или просто стереоскоп? Меня интересует стереоскоп и вообще вот идея такого оптического трехмерного пространства, этого чуда, которое возникает, когда совмещаются два разных изображения. Смотрят два глаза и появляется объемность. Да. Вот, собственно, я сейчас сделаю скоро фотографическую выставку на эту тему. Но это примерно для меня это как стереоскоп.
То есть существует какое-то время жизни, да, например... То есть один глаз – это Россия, другой глаз – это Америка, условно говоря, потом это все смещается. Условно говоря, да, происходит наложение культур, происходит наложение опыта, происходит наложение, и мне кажется, что эти даже языки в сознании человека, они как-то влияют друг на друга. Мне кажется, что в том, что я даже пишу на русском языке, все равно влияние языковой среды, английской, оно наверняка существует. Наверняка, я уверен. По крайней мере, я это ощущаю тоже. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях кинематографист, поэт Хельга Ольшванг Ландауэр. И мы продолжим этот интересный разговор о жизни, о смещении культур, об эмиграции и о том, как это может быть в творчестве отражено, сразу после рекламы. Реклама. Отделение аудиологии реабилитационного центра ОМГИ поможет тем, кто страдает от ухудшения слуха. Доктор Энтони Карденас и его сотрудники вернут вам возможность хорошо слышать. Мы проводим слуховые тесты и подбираем слуховой аппарат, который будет незаметен в ухе. Также ремонтируем старые аппараты. Современная жизнь предлагает новые технологии, и теперь вы сможете говорить по мобильному телефону, держа его на расстоянии. ОМНИ Аудиология. Улучшая свой слух, вы улучшаете свою жизнь. Дэвидсон Турс приглашает вас в новогоднюю сказку в снежные Беркширы, штат Массачусетс, на 3 выходных дня с 30 декабря по 1 января. Вас ждут катания на тюбах, лыжах и в санях, запряженных лошадьми, новогодняя деревня и 600 тысяч огней в волшебном парке, гостиница Краун Плаза с бассейном, сауной и джакузи, а также роскошный новогодний бал с праздничным ужином и открытым баром. Приобретайте места по телефону 718-303-75-57. Девочки и мальчики, бабушки и дедушки, папочки и мамочки, скоро Новый год! А куда мы пойдем на новогодние утренники? На новогоднюю елку на Дэвидсон Радио. 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 декабря в 12 и в 3 часа дня. И 30 декабря в 11 часов дня. В театральной гостиной Дэвидсон Радио. Там будут хороводы, елка, сладкие угощения, сказка, подарки всем взрослым и ребятишкам от Деда Мороза и Дэвидсон Радио. Не пропустите! Подумайте о ваших детях заранее. Билеты в театральных кассах 617 Брайтон-Бич-Эвеню, на сайте театр.com и по телефону 718-303-8888. Дорогие родители, подарите нам настоящий праздник! Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. С вами Борис Тенцер. Мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях кинематографист, поэт Хельга Ольшванг Ландауэр. Разговор у нас идет, ну, казалось бы, должен идти о кино, о кинематографе. Но на самом деле, что такое кино? Это попытка осмыслить окружающую жизнь, так я, по крайней мере, воспринимаю, и изложить свой взгляд, и, конечно же, попытаться найти единомышленников. Вот об этом сегодня мы и говорим. Мы говорим о том, что все, что, через что мы проходим, о чем мы волнуемся, через какие жизненные коллизии нам приходится переступать и себя находить, вот то, о чем мечтает творец. Хельга в своих фильмах, она, казалось бы, нам известных героев называет и делает фильм о Шостаковиче, об Анне Ахматовой, но в конечном итоге у нее совершенно заложена своя точка зрения на то, что она желает сказать. Она желает показать, например, Ване Ахматовой, что наша жизнь – это, в общем-то, это часть вот такой античной трагедии. Мы не всегда это видим. Вот сейчас, отступив немножко от жизни Анны Ахматовой и того периода жизни, который прошли через наши отцы, деды, прожив в Советском Союзе те далекие годы начала 20 века, сегодня мы видим, что это действительно достойно греческой сцены. И вот Хельга пытается это нам показать, что это
была часть какой-то античной трагедии, в которой одним из главных героев была Анна Ахматова. Но и мы с вами продолжаем жить вот в этой античной такой повествовательности. Поэтому у нас сегодня есть интересный разговор. Хельга Ольшванг-Ландауэр, кинематографист, поэт. Хельга, у меня к вам есть каверзные вопросы. Очень много там есть хроники, архивного материала. Кто подбирает эту всю хронику? Там такое огромное количество, что я не знаю, хватило бы у меня жизни все это перелистать и отобрать. Кто у вас это делает? Ну, по-разному. Вот фильм о Шостаковиче, он снят совместно. Uh-huh. Это в этом фильме два режиссера. Он снят совместно с Оксаной Дворниченко, которая написала несколько книг о Шостаковиче и которая отбирала очень большое количество из этого архива. Uh-huh. И, в общем, те документальные кадры, которые вы видите в этом фильме, они были в основном, ну, практически большинство этого материала было отобрано ею. Ахматова еще больше. Во-первых, там две серии, во-вторых, там все построено на хронике. С Ахматовой я отбирала сама материалы, я просматривала огромное количество хроники и в Красногорске, и в архивах, киноархивах. Вам не показалось какой-то момент, что вы сами живете вот в том времени, в том ахматовском, 30-е, 40-е, 50-е? Нет, не показалось. Нет. Вы знаете, это какая-то соблазнительная... В памяти очень много соблазна. Вообще в документах и в свидетельствах прошлого, да, в каких-то сохранившихся вещах, большой соблазн себя как бы узнать, себя к этому примерить. Ну вот же зонтик, вот же платье, вот же этот цвет. Я через это проходила, я в этом жила, с этим зонтиком. Вот помню, мама, да? Да, но это соблазны, это не мы, и их нет. И их нет давно. И эти люди, которые вглядываются или взглядывают, и проходят, и смеются, я не могла избавиться от ощущения, что... Эти люди не подозревают о том, что их уже давно нет. Что их уже давно нет на свете. Очень что интересно. Этих людей всех давно нет на свете. И поэтому, вас-то не угнетало? Вы знаете, мне так захотелось, после того, как я закончила фильм о Ахматовой, мне так захотелось сделать отдельный фильм только об этих людях, где персонажи хроники, они не статисты, которые работают на службе у документалистов, режиссеров, которые хотят, чтобы они изображали то это, то, да, и как бы вот эти тени исчезнувших людей, которые хотите, должны... чтобы эта тень друга жила и стала реальной... Нет, которые постоянно исполняют роль и подчеркивают какую-то идею или рассказывают о чьей-то жизни. Вот в моем фильме они были хором. Но мне захотелось снять фильм только о них, только... И у меня есть еще такой небольшой, я сделала после этого немой фильм, который называется «Отвлекаясь на другое», который состоит только из хроники европейских курортов между концом Первой мировой войны и началом Второй мировой войны. То есть последние кадры сняты буквально в последние дни перед началом Второй мировой войны. И этих людей... Мне хотелось просто на них рассмотреть. Мне кажется, что то, что человек смертный, да, как бы неизвестный никому, да, вот он был запечатлен в эти несколько секунд на пленку, да, то вот ценность этого документа, этого свидетельства, она превосходит любую ценность любого художественного замысла. Вы когда сказали слово «ценность», я вспомнил, помните, была песня, как в деревню привезли фильм документальный? Угу. И все сельчане собрались смотреть. И вдруг в какой-то момент там идет атака, и бежит молодой человек, которого все узнают в этом нашего там Колю, который вот сын, вот сидящий рядом там Пелагеи Ивановны, например. И она встает и кричит: «Коля, Коленька, сынок, живой!» И кадры сменяются, все. И тогда еще раз просит показать. То есть он погиб, его нет. Но вот она его видит в кино. Он для нее жив.
Да. И вот ценность каждого этого кадра, запечатленного и уже исчезнувшего человека, она, мне кажется, что превосходит, ее ценность, она превосходит любой замысел, да, в котором эти персонажи хроники отбираются, переотбираются, используются в телевизионных программах. Вы хотите сказать, что жизнь более интересна, чем выдуманный сюжет? Вы сценарист? Я просто считаю, что эти тени бесправны. Это же тени, это уже тени. Это... Вы хотите их оживить? Вы хотите им придать значимость? Я считаю, что значимо то, что это были люди, у которых и ценность их существования, которое было запечатлено, и ценность этих запечатленных секунд, она важнее, чем вот как бы сюжет, да, по которому отбирается в архивных каких-то, да, отсеках, отбирается хроника, и говорит, так, ну вот у нас главный герой, вот он переехал, например, в Америку, да, вот сейчас мы отберем хронику, вот давайте это будет он, вот тут спина человека в шляпе, это будет наш герой, вот как раз вот он идет по трапу, там, я не знаю, сходит на пароход. Скажите, пожалуйста, вот, например, если бы вы задумывались над созданием фильма, кто был бы вам интересней, Сталин или человек, который пережил, вот рядом с ним вертелся и был обычный человек, который пережил вот всю эту эпоху? Вы знаете, мне Сталин как личность совершенно не интересен. Ну, давайте скажем, Путин и тот, кто живет сегодня в России. Кто вам более интересен? Который прошел через эту жизнь, себя как-то пытаясь подладить, подстроить под то, что происходит в России, под Владимира Владимировича Путина и так далее. Кого бы скорее вы делали фильм? О Путине или об этом человеке? Знаете, я бы точно не стала делать фильм о Путине, просто потому что ни Сталин, ни Путин меня не интересуют как личности совершенно. А Наполеон? Ну, с Наполеоном почему? Немного Наполеон просто отдален от вас, поэтому вы смотрите на него как на личность. Наполеон как-то немного умнее и сложнее устроен, да, и вокруг... Многоплановее. Да, там много как бы с этим связано каких-то интересных тем. А в общем, ну такой большой тиран, как Сталин, да, и такой как бы второго пошиба тиран, как Путин, они в общем устроены очень примитивно. Очень интересно то, что вы говорите. А вот как вы относитесь к тому, в последнее время наши люди, вы, уважаемые телезрители, вы наши люди, я тоже самое, пишут мемуары. Сейчас очень многие пишут книги, мемуары. Угу. Как вы вот относитесь, серьезно, вот вы считаете, правильно делают, молодцы, то, что делают, или с какой-то определенной иронией, ну, надо же им чем-то заняться, правильно, пусть делает, лучше пусть делает, чем, я не знаю, вообще себя не в депрессию выгоняет. Как вы считаете, эти мемуары, они значимы? Конечно. Очень значимые. Вообще, мне кажется, что это какая-то очень важная сейчас тема, вот эта обращенность к памяти. И вообще память стала играть огромную роль в том, как понимается современность. Во многом современность и то, что происходит в ней, постоянно обосновывается или мифологизируются, да, через какие-то темы, связанные с памятью. Возникли книги, огромное количество книг на эту тему, книги, связанные с коллективной памятью, с травмой, да, с коллективной травмой. То есть вообще вся история, она во многом, если раньше история подавалась в основном как история сопротивления, там, не знаю, ремарк, победителей и так далее, то во многом сейчас память — это память жертв. Свидетельство жертвы очень важно. Я вам напомню фразу Льва Николаевича Толстого. Люди безгрешны, потому что они беспамятны. Мы забываем очень многое. То, что сегодня происходит в мире, оно ведь в какой-то степени это отражение нашей беспамятности. С одной стороны, да, и с другой стороны, память мифологизируется, память политизируется,
память приобретает какие-то совсем разные... Но себя вы видите формы. В этом вот контексте? Вот что сделать такое, чтобы память людей, наоборот, ее будоражить, ее лелеять, поднимать, и она была более-менее в помощь? Там... Ну, смотря что вы понимаете под памятью, да, есть частная память, есть память культурная, историческая, да, но в том и другом, и в третьем случае, когда мы что-то понимаем как событие, да, мы немедленно должны поместить это, собственно, роль историка, да, это поместить это событие в какой-то определенный контекст, да, вписать его в историю. Да. Но тогда у меня естественный вопрос. Скажите, а как вы относитесь к своей истории? Вы смотрите, мы уже говорили, что у вас такая, такой коктейль народности, национальности, такой срез интересный. Что-то вы пишете из воспоминаний, мечтаете что-то сделать, каким-то образом культивируете это дома среди своих детей, больше знать историю своих шведских, украинских, русских, американских предков и так далее. Я бы очень хотела, да, чтобы мои дети внимательно относились к истории. Мне кажется, что в этом смысле очень важно, что история, она уже плохо понимается как какой-то нарратив, да, как какая-то одна линия, да, которая вот таким образом развивается. История — это многоплановая вещь, в том числе и личная история. Как только мы пытаемся что-то построить, да, как связанную цепочку, да, мы лишаем это что-то очень многих сложных и важных контекстов. Поэтому я как-то стараюсь избегать. Вы из человек истории, вот вы как себя позиционируете? Вы часть истории? Или вы как бы вот история там, где-то там экспрессом, а вы вот стоите так в стороне? Вы знаете, для того, чтобы, поскольку я не историк, да, то я тот, то есть человек, который тонет на корабле. Да, он не может это описать, потому что он находится внутри ситуации. Mm-hmm. Человек, который стоит и свидетельствует об этом, да, история как свидетельство, это человек, который оказался на какой-то дистанции с происходящим, который может это описать. Так вот, позиция историка, да, это человека, который как бы стоит вне события, и это событие каким-то образом осознает и вписывает его в какой-то определенный контекст, в историческую какую-то версию и так далее. А с частной историей мы все находимся внутри времени, да, и частная, и общая история, они постоянно переплетаются, и их очень сложно... Мне кажется, что разделить. Хорошо. Происходит вот то самое смещение, о котором мы говорили. Давайте мы послушаем наших телезрителей. Это прямой эфир, поэтому у вас есть возможность, уважаемые телезрители, друзья наши, может быть, высказать свое мнение по истории, по кино, по вашему отношению о том, как произведения искусства отражают пережитое. И, естественно, то, что говорит наша гостья Хельга Ольшванг-Ландауэр. На экране номер телефона 718-475-32-00. Это прямой эфир, и вы наши тоже гости. Пожалуйста, звоните. Хельга, я бы хотел, чтобы все-таки поэзия в какой-то степени присутствовала в нашем с вами разговоре, поскольку она создает такой, знаете, фон, как в вашем фильме об Ахматовой. Там есть какие-то такая музыка, там есть разные фрагменты музыкальные, и все время на фоне все это. И вот наша встреча с вами, это тоже, я понимаю, что это не такая древнегреческая или там классические какие-то музыки, но наши стихи с вами, это уже тоже история. Что-нибудь прочитаете или я буду читать? Ой, давайте вы будете читать. Все умерли, а те, кто вместо них, не очень знают, как им поступить с пропажей, номерами накладных, шрифтами, урожаем и жильем. Дворцы стоят рядами сундуков.
пылятся лодки, падают пропасть орехи в мох, и мы себе живем и чиним снасть, и врем, и врем, и врем себя самим себе, и снова врем на свет лица напротив, и так далее. Философ, вы философ, действительно, у вас очень такие животрепещущие, интересные стихи. Этот стих был напечатан в «Новом мире», в журнале «Новый мир» в 2013 году. Я помню, в свое время «Новый мир» это было, знаете, ну такое, как если брать так ранги пьедестала, то вот в самом верху стоял так «Новый мир», «Новый мир». Скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда вы предлагаете поэзию «Новый мир», «Дружба народа», я видел, вы напечатали в других журналах, вы не знаете или знаете вот историю того же самого «Нового мира», как это проходило, все эти этапы утверждения там, Твардовского, Солженицына, Гроссмана и так далее? Да, ну, вы так же проходите сейчас? Да нет, конечно. И журналы эти толстые, журналы, как их называют, «Знамя», «Новый мир», они очень сильно изменились, если раньше они выходили... Миллионами тиражам, сейчас 3000, я знаю. Да, печатными экземплярами. Но в основном, мне кажется, что их читают в сетевой версии сейчас, в интернете. Все эти публикации доступны в журнальном зале, поэтому количество подписчиков довольно-таки небольшое. Хотя даже, мне кажется, с теми людьми, которые читают их в интернете, конечно, это не те былые тысячи. Вы получаете какие-то читатели. Письма, какие-то отзывы? Очень редко, да, но получаю иногда. У меня тогда такой, знаете, вопрос, который часто я задаю людям, творческим людям, которые пытаются себя найти вот в этой части жизни творческой. Это не так просто снимать фильмы, иметь время, писать стихи. Это приносит вам деньги, вы же не можете на это жить. Это же невозможно. Это не может быть основой вашей жизни, тем более и вашей дети. Все. Это благодаря вашей семье, вашему мужу? Ну, вы знаете, ну да, конечно, но, может быть, это, мне кажется, что эти представления о том, кто кому приносит деньги, они очень сильно изменились в обществе. И очень интересная мысль, пожалуйста, поподробнее. В том числе под влиянием феминизма, под влиянием каких-то изменяющихся каких-то укладов. Просто когда люди хотят быть вместе и хотят иметь детей, то если один из них работает на постоянной работе и зарабатывает какое-то количество денег, а другой работает, например, на непостоянной какой-то контрактной творческой работе, как я, да? То тем не менее эти деньги общие, они зарабатываются совместно. Потому то что их, для того, их чтобы. Вот, духовным единством. Ну, даже почему? Даже практическим единством. Потому что для того, чтобы человек мог с утра уйти на работу, а вернуться вечером с работы, да, для этого другой человек должен находиться с этими детьми. Общими. Ну, в данном случае, да? Вы и вообще уникальный человек, четверо детей. И воспитывать их. Поэтому это люди совместно обеспечивают друг другу возможность зарабатывания этих денег. Если ты хочешь иметь детей, но при этом хочешь иметь возможность работы, да, тем более интересной работы, да, то для этого нужны какие-то партнерские отношения с человеком, который будет... Ну, наверное, еще, вот это всегда тоже не очень простой вопрос. Ваше творчество нравится вашему мужу? Он в этом... Он гордится вашим творчеством, скажем так. Можно так сказать? Да, можно так сказать. Поддерживает ваши проекты, смотрит их и как бы высказывает свое мнение. А не так, что так... Знает, как найти ваш веб-сайт? Да. Я прошу прощения. Но это часть жизни. В моем представлении творческий человек должен уметь... На все смотреть нормально, скажем так. Так кого мы слушаем сейчас, пожалуйста? Алло? 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 У нас телефоны, линии пока еще. Говорите, пожалуйста.
Говорите, пожалуйста. Очень хорошая передача. И у меня вопрос к ведущему. Да, пожалуйста. Повторите, пожалуйста, сайт Хелги. Я хочу посмотреть ее фильмы на Ютубе. Понятно, понятно. Хорошо. Спасибо за ваш, как бы, вашу оценку встречи нашей гости. А как сайт называется? www.helgaolschwang.com. Helga Olschwang. Да, пишется как одно слово. helgaolschwang.com. Я знаю, Хельга, что вы еще увлекаетесь фотографиями. Uh-huh. Да? Ну, вы говорили там стереоскопический, и как там называть. И у вас будет даже выставка вашей фотографии. Да, у меня... Скажите адрес uh-huh. на всякий случай. Вдруг кто-нибудь забредет. Да, это моя первая такая связанная с фотографией выставка. Она открывается 7 декабря. Вот буквально? Да, буквально скоро в галерее Наилы и Александр в галерейном доме, который находится на 57-й Мэдисон. И выставка называется «Абсолютное прошлое». 57-я и Мэдисон. Да. Мы сейчас посмотрим несколько фотографий, которые... Ну, они тоже своеобразные, они тоже требуют... Вот такая вот фотография, вы можете тоже видеть на экране. Ну, как бы это стереоскопическая, да, фотография? Вот как это понимать? Вот и таких фотографий у нас есть несколько. Что вы скажете? Что это такое? Вы знаете, стереоскопическая фотография, она подразумевает две камеры, которые одновременно снимают что-то uh-huh. под разными углами. Но поэтому... я смотрю, что на некоторые фотографии, вот если сейчас нам покажут следующую фотографию, да. то я вижу, что есть какие-то смещения, это да, не да, одновременные. Да. Вот смотрите, там ребенок так перевернут, здесь он уже так перевернут. Да, он поднимает голову. А как же так? Одновременно и то есть я сделала такой проект, который связан не со стереоскопическими эффектами, а с фотографиями, которые дают совсем другой эффект при наложении в стереоскопе. Да. И мы должны вот смотреть, вот сейчас мы видим две фотографии, надо постараться, чтобы левый глаз смотрел на левый, правый на правый, или как это? Мне кажется, что эти фотографии, они существуют в разных совершенно формах. На них можно смотреть как на двойные изображения. Вот это такой пример стереоскопической карточки. И вставленные в стереоскоп, они дают разного рода эффекты, которые, так что, как мне кажется, приходить... дают память. Да. Да. Надо приходить со стереоскопом своим? Нет, там есть стереоскоп. Там есть. Прекрасно. Значит, я повторяю. Ваш сайт называется helgaolschwang.com. Да. Вот. И 7-го вы сказали, что на пересечении улиц 57-й и... Мэдисон. И Мэдисон. Мэдисон. 7 числа можно посмотреть ваши фотографии с стереоскопом. Хельга, я желаю вам удачи. Мне бы очень интересно увидеть ваши фильмы, связанные с жизнью в Америке. Вот. Ну, можете продолжать свои проекты в России, но вообще мне хотелось бы увидеть вашу философию, преломленную через американский образ жизни. В любом случае, я желаю вам удачи. Спасибо. Вы интересный человек, интересный творец, вы интересный кинематографист. Вперед! Попутного вам ветра! Будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. И вам, уважаемые телезрители, я тоже желаю попутного ветра, потому что наша с вами жизнь – это приключение. И я думаю, что мы с вами достойны того, чтобы и книги о нас писали, и фильмы о нас снимали, вот как наши сегодняшние гости. И сами тоже мы имеем возможность и писать, и снимать. Делайте, творите, не волнуйтесь, все это будет потом защищено. С вами был Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам».